И по итогам двух матчей обладателем Кубка вызова стала сборная команда России! Это гол! Россия! Как всегда, готовы мы вот эти шикарные голы на повторе оценивать. Обратите внимание, передача Дмитрия Шишина и Федя Земсков кладет бисеклету. Вот еще, кстати, скажем, повтор. Бум. Точно в угол. Ну а теперь мы. Дамы и господа.